жизни на земле не только для того, чтоб пили, ели, но для того, чтобы за краткость дней соединиться с Господом успели, к Нему поднявшись из греховной тьмы, из неудач взошли в Его объятия и сбросили весь груз своей вины у страшного Голгофского распятия. Земная жизнь дана нам для того, чтоб во Христа врасти всей своей сутью новой и возвеличить Бога своего, Его святой, излитой в нас любовью. На меньшее не соглашайтесь, нет, вложите в вечность каждое мгновенье, войдите жизнью в чудный Божий свет, оставив прошлое без сожаления, и каждую минуту, каждый вздох ищите сердцем с Иисусом встречи. Пусть на земле родным вам станет Бог, тогда для вас блаженством станет вечность. Аминь.